вечер, Мирон Максимович. Добрый вечер. Вечер добрый, молодые люди. Почему вы не на вечерних занятиях? А наш университет сегодня выходной. Ну гуляйте. Вы обратили внимание, кто прошел-то? А? 1000% плавно прошли. Ну уж, ври-ври, не забирайте. 1000%. Да-да-да. У Шуры Бондаренко 370%. Да у Гриши с Лёшкой по 315. Вот и считайте, сколько получится. 1000%. Фу, как жарко. Пойди ради кружечку выпить, а? Покараульте местечко, малаш. Шагайте в ногу, широкую дорогу, нам жизнь дает, нам жизнь дает. Крепкие мы, спайки тесной, сильны мы, дружбы честной. Если на сердце тоска, если ноша нелегка, вот, товарищ, моя рука. Все мы друзья и вродня, все у нас рождения даны. Молодое, песни загневой весны. Радом на Бога заклона в нашей веселой стране. Солнцу яркому светить, сердцу жаркому любить, песни, песни расцветать весне. Идем по жизни рядом, смеясь лицом преградом, и звонко смех, и звонко смех. Нам все пути знакомы, и все за одного мы, и каждый за всех, и каждый за всех. Но кто-то всех милее, но кем-то всех теплее. Кто-то снится вновь и вновь, чей-то взгляд волнует кровь, так из дружбы растет любовь. Итак, они всегда вместе, всегда втроем. А скажи, Миша, разве можно любить двоих одинаково? Как тебе сказать? В мировой литературе этот вопрос остался открытым. Но меня лично эта проблема интересует давно. Мне кажется... Что тебе кажется? Мне кажется, что... Да могу. Что? Что ты сказал? Матечка, да ты меня не так поняла. Какое сегодня число? 23. Нечетное? Значит, твоя очередь, мой друг, заняться ужином. Ты иди, а я провожу Шуру. Да, моя очередь. До свидания, Шура. До завтра. До свидания. Дайте 200 колбасы. Какой прикажете? Все равно. До свидания. До свидания. Как не хочется уходить. И мне не хочется. Скоро настанет время, когда мы не будем расставаться. Никогда? Никогда.
любовь не надо, явится незванно, счастьем расцветет вокруг. Он придет однажды, желанный, самый настоящий друг. К людям ты его проводишь, день ведь как во сне проходишь. Ночью лишь подружки, девичьей подушки, выскажи свои или ночь полна цветами. Если сон не жив, если сердце плачет, плачет благодарными слезами. Если целый мир стал для сердца сетью, если воздух полон песен, если расставаясь, ищешь встречи вновь, значит, ты пришла, моя дорогая Шурочка, вот уже полгода, как я разошлась с Алексеем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Садитесь. Вы очень похожи на свою сестру. Да, мы с ней близнецы. Болезнь вашей сестры, тяжелая болезнь сердца, развивалась необычайно быстро. Она боролась, мы делали все возможное. Но... Она просила передать вам эту карту. Когда? Вчера ночью. А вот и ваш племянник. Теперь я тебе мама. Вы хотите его усыновить? Да. Садитесь. И не обижайтесь, если что-нибудь случится. Мы в таком возрасте, что еще безобразничаем. Вы замужем? Нет. Только собираюсь. Угу. Вы понимаете всю ответственность этого шага? Да. Он никогда не должен почувствовать, что вы не родная мать. А самое лучшее, если никто об этом знать не будет. Это необходимое условие для развития здоровой психики у ребенка. Ну? И будет совсем хорошо, если ваш будущий супруг заменит ему родного отца. Ну вот видите, я вам говорил, ну ничего, не смущайтесь и учитесь, ведь вы теперь мамаша. А вы все-таки безобразник, товарищ Бондаренко. Это от нас всех молодому человеку. Прощайте, дорогая. До свидания. Давайте попробуем сначала. Ну кто же знает, где же наконец Шура? Шура взяла машину и куда-то уехала. Мотя выездила у швейцарии. Моть, давай попробуй с тобой. Ну что ж, давай попробуем. Пятый этап. Из дружбы растет любовь. Стоп!
Мотя, дорогая, ну как же можно не иметь ни голоса, ни слуха? Ну это от волнения. Ну ты посмотри, что ты сделала с джазом. На концерте, честное слово, хорошо спою. Спою на концерте! Бабушка, возьмите вещи. Тося, может, ты споешь, а? С ума сошел, откуда у меня голос? А что ж я, что ли, за вас за всех петь буду? Товарищи! Приехала Шура! Андрей сидит, но прийти не может. Привезла ребенка. Швейцариха говорит... Иди на репетицию, а Шура говорит, не могу, ребенок. Швейцариха спрашивает, чей ребенок, а Шура говорит, мой ребенок. Ребята, как интересно, пойдемте. Чей сын? Откуда сын? На интересный сын, это сын, да? Приятно посмотреть сына. Правда, он здоровый, красивый. Правда? А чей он? А ты бы хотел иметь такого сына? Очень. А где ты его взяла? А как он тебе попал? Как его зовут? А кто его родители? Сейчас я вам все расскажу. Посмотрите за ним. Я только молоко подогрею. Ты кто же будешь, молодой человек? Тебя наша Шура. Кто? Сестра, что ли? Мама. Ну-ну-ну-ну! Какая там мама? Мама. На, подержи. Ты слышала, что он сказал? Слышала. Да нет, он тебя мамой назвал. Ну и что ж такого? Может, она ему приемная мать. Правда, Шурочка, чей это ребенок? Это мой сын. Ну что у меня глаза таращит? А кто же отец ребенка? У ребенка есть мать. Этого вполне достаточно. Можете быть спокойны, мамаша. Отец у ребенка есть. А кто он, не ваше дело, и давайте не будем. Ну, чего вы притихли? Что случилось? Ничего не случилось. Мать привезла домой сына, обыкновенное явление. Парень-богатырь, и тоже обыкновенное явление. Ничего не случилось, и давайте не будем. Возьми-ка, как его зовут? Феликс. О, Феликс. Держи, Филюшка, держи, дорогой. Ну, Гришенька, как тебе нравится, Феликс? Шли бы вы все, товарищи, по домам. Угу, понятно. Ну, товарищи, нам пора. Глупости. Ребенок вылет и он. Ну перестань говорить глупости. Глупости? Я говорю глупости? Да. Ну, ладно, поживем, увидим. У них с Гришкой даже носы одинаковые. Ну ладно, ладно, носы. Ты все увидишь, только не то, что нужно. Тише, товарищ. В таких вопросах нужно быть деликатным. Ну, конечно, он на нас уется. Леша, мне нужно с тобой разрешить ряд организационных вопросов. А ты, мать, не забудь сходить к Анне Петровне. Пойдем. Ладно, схожу. Бабушка, для вас имеется очень ответственная работа. Какая работа? Я все свое в жизни отработала.
со Шуриным сыном присмотреть. Еще что? Всего несколько дней до отпуска. Правильно. Вот вам случай, мамаша, доказать свою сознательность. И давайте не будем. Мирошенька, да я их не отказываюсь. Ну вот. Очень хорошо. Пошли. Ну, подожди, пошли, подожди, бабушка, подожди, милая, пошли, пошли, пошли. Гриша. Гришенька, я тебе сейчас все объясню. Не надо. Нечего объяснять. Ведь сын-то твой. Почему ты от меня скрывала, что у тебя есть ребенок? Я ничего не скрывала. Вот я тебе и хочу объяснить, откуда появился Феликс. Ну, знаешь, как появляются на свет дети, я примерно себе представляю. Ты разбудишь ребенка. Вот ребенка-то я и никак не ожидал. Да и вообще я все понимал иначе. Я знаю, кто он. Ты можешь мне сказать правду, не бойся. А мне нечего бояться. Я тебя не боюсь. Зря ты такая смелая. Я бы и не так сказал. Да, не стоит. Но если нет другого выхода, что ж, я согласен принять на себя. Спасибо. Но мне это не нужно. Спокойной ночи. Я сказал то, что думал. Спокойной ночи. Гриша. Гриша. Правда, это хорошо, Гриша. Теперь ребенок будет с ней. Ты рад? Чему же тут радоваться? Выходит, она нас обоих обманула? Это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что Шура обманула нас обоих. Ты, я вижу, дурак, Леша. Ну, ты идешь домой? Иду. Так пойдем вместе? Пойдем. Ну как, сынок, на новом месте?
Спасибо, хорошо. А как моя мадам справляется? Ну, если она вас вырастила. О, да. Стаж у нее в этом деле большой. Шура, тебе одной все-таки трудно справиться. С работой и с ребенком. Зайди в комитет, потолкуем. Спасибо. Мне пока бабушка помогает. Бабушка-то бабушкой, а ты все-таки зайди. Надо же тебя с ребенком путевкой обеспечить. Вы как сменный инженер можете подписать наряды? Гриша, а как Феликс похож на тебя? Ты доволен? Я на дурацкие вопросы не отвечаю. Да? Да. Понятно, товарищ сменный инженер. Миша? Товарищ Зорина. Понятно, товарищ Прокор. Видишь ли, Гриша, в мировой литературе проблема семьи. Проблема семьи, проблема дети и родители. Брось ты свою мировую литературу. Говори прямо, в чем дело? Ага. Ты когда к Шуре приедешь? А, может быть, через год. Почему так долго? Ну, мало ли есть причин. Лучше узнаем друг друга, ну и чтобы учебе не помешать. А когда родился ребенок? Ведь ты, Гриша, об учебе не думал? Конечно, не думал. И вообще, что вы ко мне привязались с этим ребенком? Какое имеет он ко мне отношение? Как какое? Даю тебе честное слово. Ну да. У меня был очень неприятный разговор с Мишей. Все думают, что Феликс мой сын. Ты должна сказать ребятам правду. Отец не живет с семьей. Это подлость. Я не хочу отвечать за это. Хорошо. Хорошо. Да. Лешка, дела, кажется, налаживаются. Наш. Глупо проиграли. Шура, иди играть. Без тебя проигрываем. Очень хорошо, что вы все здесь. Давайте, ребята, покончим раз и навсегда с этими ненужными разговорами. Гриша не отец Феликса. И не будем больше об этом говорить. Ну, теперь ты доволен? Когда уезжаешь в дом отдыха? Завтра вечером. Ну, значит, с завтрашнего дня я вроде как без работы. Леша, а почему так много будешь с Феликсом? Я что-то не замечала, чтобы ты раньше любил детей. С некоторых пор ты многого не замечаешь. А насчет детей? Когда я смотрю на Феликса, я вижу тебя. Когда я держу Феликса на руках, мне кажется, что я тебя ношу на руках. Когда я целую Феликса, мне кажется, что я целую Мирона Максимовича. Лёшка, ну когда ты будешь серьезно? Скоро. Ой, ведь ты, рано, а вот на море.
Как, мамаш, нравится? Очень даже. В особенности Шурочка хороша. А-а-а. Почему? Чем человек сильнее любит, тем труднее ему признаться. Не знаю. А почему тебе это пришло в голову? Ты что, любишь? Да. Да? То есть не так я, как мой товарищ. Пришел он ко мне и просит совета. А я не знаю, что ему сказать. Что посоветовать? Давай подумаем, что ответить своему товарищу. Да, но только нужно знать, кто он и кто она. И потом, кто из них виноват, что они не понимают друг друга. Ну, конечно, она. Он ее любит, а она не замечает. Не замечает? Ай-яй-яй, какая глупая девушка. Ну, и он-то хорош. Почему? Он же ей не говорил о своей жизни. Вот мы и начнем с его товарища. Кто он? Кто он? Ох, жарко. Хочешь мороженого? Хочу. Подожди здесь. Я сейчас без очереди достану. Хорошо. А потом скажу, кто он. Товарищ, мы участники, понимаете, не все форты. Не встать, не встать. Будем считать, что вчерашнего разговора не было. Ладно, Шура? Ладно. И что мы относимся друг к другу по-прежнему? Слышала, что я сказал? Слышала. По-прежнему. Но только ты вчера был искренний, Гриша. Ты даже не хотел выслушать меня. Ну, я же согласился. Согласился. Как ты согласился? Ты мог видеть, какими глазами ты смотрел на меня и на Феликса. По-прежнему. Сейчас это очень трудно, по-прежнему. Но ведь я только в первый раз увидел твоего сына. Подожди немного, я привык. Да. Торопиться некуда. Поживем, увидим. Несколько дней тому назад ты говорил совсем другое. Так что же изменилось? Многое. Я хочу, чтобы мой муж любил меня. Я люблю тебя.
Не знаю. Если бы вы знали, какую роль в моей жизни могут сыграть эти две порции мороженого. У меня без дачи. Но танцевать-то мы можем. Танцевать? Мне все-таки непонятно. Что непонятно? Пойми, ты в глупом положении. Ребенок без отца, а ты без мужа. Пойми, все говорят. Кто? Что говорят? Ты хорошо знаешь, что это неправда. Разве что ты говоришь. Ты что, хочешь со мной поссориться? А по-моему, мы больше, чем поссорились. Ты ничего не понял. Так-так. Тарелки не забудьте сдать в буфет. Гриша, мы дружим с тобой уже много лет и ни разу не говорили о Шуре. Я знаю, я все знаю, но ты пойми, мне больно, когда я вижу, что ты ее обижаешь. Я ведь тоже люблю ее. Я очень люблю Шуру, но когда я вспоминаю, что она все время обманывала, скрывая, что у нее ребенок, и я этого ребенка должен любить, потому что он ей дорог, я не могу, да и не хочу молчать. А ты говоришь о каких-то обидах. Значит, ты не любишь Шуру. Ты пойми меня. И вряд ли мы когда-нибудь поймем друг друга. Следующим номером нашей программы «Джаз». Песенка «Моя любовь». Любовь не надо, явится незваный. Счастьем расцветет вокруг. Он придет однажды, ласковый, желанный, самый настоящий друг. Будут все нежнее радостные встречи, будет цветение весна. Но однажды в сумме непогожий вечер ты придешь домой одна. Медленно под утро сляжешь, слова никому не скажешь. Ночью лишь подружке девичьей подушке выплачешь свою тоску. Если все не так, если все иначе, если думать нету боли, если грусть теснит, если сердце плачет, плачет от невыказанной боли. Если дни твои волею этой нет, если никому не веришь, если расставаясь, речь не хочешь. Шура!
это звень танцуешь, Мирон Максимович? Моя мадам к этим танцам еще не приспособилась, а с другими я не рискую. Эх ты, Густанеля! Фух, как жарко! Пойти разве кружечку выпьем? Гриша, покровулька мое местечко. И давайте не будем. А что с Шурочкой случилось? Шура? Да. Не знаю. Дайте я так. Собственно говоря, мне там делать нечего. Тогда посиди с нами. Что же мы ответим моему товарищу? Что же мы ответим своему товарищу? Есть такая чудесная страна, в которой каждый может стать первым человеком страны. Потому что все равны. И в этой стране все по-другому. Даже любовь и та другая, какая-то новая, большая и такая сильная, что любовь одного человека рождает любовь другого. И любят друг друга, потому что любят. А не потому, что так надо. Потому что надо кого-то любить. Я знаю эту страну. В ней живем мы с тобой. Вот мы и ответим твоему товарищу. Милый, если ты любишь и веришь в свою любовь, то не стыдись в этом признаться. И крикни громко. Я люблю тебя. Девушка услышит, и если поверит, то полюбит. Я так думаю. Когда ты говоришь, все так хорошо и просто. А вот когда надо самому... Ну, я все-таки расскажу моему товарищу. Конечно, расскажи. Вот он. Да! О, как! Ну? Опля! А! Телеграмма Бондаренко. Да. Нет, никому не отдам. Хорошо, что ты пришел. Мне надо по делу, я скоро вернусь. Мы будем играть. Сейчас будем играть. Ну, смотри. Бух! На,
Ну? Вот. Икс, пойдем со мной. Бабушка, покараульте Феликса, я сейчас вернусь. Внимание! Граждане пассажиры, при вокзале имеется специальная комната матери и ребенка. Ну-с, здравствуйте. Все-таки пришлось встретиться. Что тебе надо? Сына. Согласен на жену. Я тебя не понимаю. Внимание! Поезд номер 94 прибывает на третью платформу. Будьте любезны! Уберите эти цветы! Почему? Чтобы лучше видеть вас. Оставьте цветы. Почему? Чтобы не видеть вас. Нет, если тебе почему-нибудь неудобно, можешь переезжать ко мне. Да, ты действительно негодяй. Простите, разрешите газету. Внимание! Через 2 минуты с платформы номер 1 отправляется поезд номер 29. Ты мне не угрожай. Скажи спасибо, что я молчу. Лучше отдай мальчишку. Я тебе ни копейки платить не буду. Давай. Гражданин, куда вы едете? Я никуда не еду. Разрешите ваши документы? Ты был плохим мужем. Ты не можешь быть хорошим отцом. Этот ребенок мой. Ты что, совсем его взяла? Да. Очень хорошо. Внимание! Платформа номер 2 производится посадка на поезд номер 71. Шура!
Неужели Лёшка? Идите, бабушка, я посижу. То посидите, то уйдите. И взад и вперед ходят и ходят, ходят и ходят. Гудит. Феликс, это кто? Мама. А это? А можно мне ее взять на память? Можно? Да. Стой. Ну, а теперь пойдем играть. Да? Еще одна куда? Что, разве не видишь? С экскурсией на Кавказ. Да, скажи Гришке, чтобы чай приготовил. Сегодня его очередь. Поехали.
Теперь для меня все ясно. Теперь для меня все ясно. До сих пор все думали, что я отец Феликса. Ну так вот, товарищи, вчера я узнал, кто отец ребенка. Он находится здесь, среди нас. Ты был вчера на вокзале? Был. Я слышал его разговор с Шурой на вокзале. Она его упрекала в том, что он был плохим мужем и плохим отцом. Шура это говорила? Говорила. А что у тебя в кармане? Что, что? Вот, карточка жены и сына. Карточка Шуры и Феликса. Читайте, что там написано. Ты был плохим мужем, может быть, будешь хорошим отцом. Вот отец ребенка. Вот человек, который боится в этом признаться. Что-то мне не совсем ясно. Может быть, ты объяснишь, Леша? Ты понимаешь, что это подлость? Подожди, Гриша. Да чего там подожди? Говори прямо, ты отец Феликса? Да, я отец Феликса. Так, 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 так. Я с ним дружил 12 лет, негодяй. Лучше быть таким негодяем, как я, чем таким дураком, как ты. Леша, я к тебе после зайду. Мирон Максимович, вы не одолжите мне рублей 150? Здравствуйте, он меня еще денег просит. Хочу поехать к жене и сыну. Ой, врешь. Да вы не сомневайтесь, я после зарплаты отдам. Да я не об этом беспокоюсь, дурак. Вот тут 150. Спасибо. До свидания. Если не хочешь иметь неприятностей, верни сына. Он будет жить у моей матери в деревне. Алексей. Лёшка! Не знаешь ты, какого змея? Лёш, ты куда? К жене и сыну. Куда? Как вы думаете, бабушка, куда я еду? Не знаю. Может, к матери в деревню? Нет. Я еду к Шуре. Что ж, коли любишь, поезжай. Садись.
Я хочу с вами посоветоваться, Мирон Максимович. У меня личное дело. Да говори, чего там? Я ведь и сейчас люблю Шуру. А теперь, когда я знаю, кто был ее мужем и как она к нему относится, я понял, что я был неправ. Я хочу поговорить с Шурой. Да не знаю, как ей сказать. А, не знаешь, как сказать? А вот Лешка, должно быть, знает, раз он к ней поехал. Я ему даже денег на дорогу дал. Что? Зачем же вы это сделали? А что? Он хочет забрать ребенка. Он ей даже угрожал, я сам слышал. Что вы наделали? Ведь не любит же она его, я это знаю. Миша! 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 А я знаю, как зовут Шуриного мужа. Да ну! Потанцуй, скажу. Опоздала, уже известно. Его зовут Алексей. Ну, правильно, это наш Лёшка. Полчаса тому назад он сам об этом сказал. Подумайте, Лёшка, как интересно. Только опять ничего не понятно. Если это наш Лёшка, то зачем он хочет у Шуры взять ребенка? И почему ему надо было посылать телеграмму? Да, действительно непонятно. Миша! Я, брат, кажется, под горячую эту руку того. Я Лёшку к Шуре отправил и даже денег ему на дорогу дал. Как интересно! А я сейчас убирала Шурину комнату. Мотя, замолчи. А может, нам съездить туда? Вот я за этим ты пришел. Конечно, поедемте, по крайней мере, все узнаем. Вы увидите, права я. Вы меня не запутаете, наш Лёшка совершенно здесь ни при чем. Да замолчи ты, сорока белобокая. Миша. Стеснения, Лёшка нам заявляет. Да, дорогие товарищи, я Шурин муж и отец ребенка. Ой, как интересно! Ну, в том-то и дело. Миша, можно я расскажу про телеграмму? Молчи, Шерлок Холмс. Теперь слушайте дальше. Приходи ко мне, Гриша. Да. Посоветуй. Да. Thank you.
откуда ты? Как тебя попал-то? Собрался было к матери в деревню. Ну? Бац, телеграмма. Совхоз мамашу отправляет. Куда? В санаторий. В какой санаторий? На южный берег Крыма. Ну, я подумал, подумал и решил приехать. Приехал. И это все? Все. Алло, алло, от 13 до 14 часов час отдыха. Куда ты? Ты же слыхал мертвый час, и тебе придется отдыхать. Может быть, мне пойти к директору за путевкой? Иди. Только ты не найдешь. Найду, не беспокойся. Идем здесь, здесь ближе. А это? Собака. Где собака? Хм. Это разве собака? Ну-ка скажи, кто это? Киска. Киска, ну поставь киску. Куда мы едем? Где он? Кто? Он поехал сюда. А, вот его чемодан. Только ты не беспокойся. Ребенка мы ему не отдадим. Я не допущу это, черт возьми. Забрать ребенка? Да откуда ты это взял? Я слыхал твой с ним разговор на вокзале. Как, ты был на вокзале? Был. Я припер его к стенке, он при всех сознался, что он отец Феликса. Лёшка сознался? Да, сознался. Зачем он это сделал? Ага, вот и он. Ну, я сейчас с ним поговорю. Сначала я поговорю. Иди в сад. Хорошо. Только ты как следует поговори. Хорошо. Да. Только не бойся. Я на всякий случай буду на веранде. Ну, все в порядке? Далеко не все в порядке. Почему ты сказал ребятам, что ты отец Феликса? Я говорю, где Лешка? Вот она сейчас там с ним разделывает. Я был на вокзале. Ах, и ты был на вокзале? Да. Ну и что? Ну и что я тебе могу сказать? Ты сама понимаешь. Говори. Ну говори дальше. Я не мог поступить иначе. Мне так хотелось, чтобы у тебя был хороший муж. У Феликса симпатичный отец. Ну а у меня... Папа, мама!
Все равно без тебя и Феликса никуда не поеду. Значит, ты? Папа, мама! Идем по жизни рядом, я с лицом преградом, и золото смех, и золото смех. Нам все пути знакомы, и все за одного мы, и каждый за всех, и каждый за всех. Но кто-то всех милее. Но с кем-то всех теплее. Кто-то снится вновь и вновь, чей-то взгляд волнует кровь, как из дружбы растет любовь. Все мы друзья и братья, всем от рождения даны. Солнце золотое, сердце молодое, вместе за ревой весны. Радостно год за годом в нашей веселой стране. Солнцу яркому светить, сердцу жаркому любить, весь ветер расцветать вечнее. Ну так кто отец ребенка? Кто муж Шура? Эх ты, Шерлок Холмс! Ну а ты что не поешь, герой? Значит, я не герой.